Меня зовут Алла, специалист по маркетингу. Представляю я кондитерскую компанию «Князев», город Воронеж. У нас собственное производство печенья, пряники и прочие замечательные сладости. Зефир, лукум, то есть вот все, что нужно к чаю, кофе. Полезно. Какие новинки вы подготовили для ваших клиентов и партнеров? Новинок у нас несколько. Самые продаваемые, наверное, печенье десертное. Это песочное печенье, сгущеночка, орешки. Все это залито шоколадной глазурью. Вот, безглютеновое печенье кукурузное. А какой ценовой сегмент вашей продукции? Ценовой сегмент средний. Продукция натуральная. Какие цели и задачи вы ставите, участвуя в данной выставке? Кондитерская компания «Князев» существует с 1999 года. За это время мы очень сильно развились. Приоритетной задачей сейчас является у нас не только охват территории Российской Федерации и стран СНГ, но и выход на международный рынок. Также в приоритете у нас постоянная работа над качеством продукции. То есть у нас оптимальный баланс между натуральностью сырья и его конечной ценой для потребителя. То есть здесь как бы мы постоянно работаем над этим, постоянно держим обратную связь от наших клиентов. То есть для нас важно, что о нас думают, о нашем качестве, о наших, скажем так, дизайне, форме упаковки. Нам это все важно. Очень хорошо. Что бы вы хотели пожелать вашим клиентам и партнерам настоящим и будущим? Нашим клиентам и партнерам мы прежде всего желаем того же, что и себе, постоянного развития, движения вперед, не останавливаться на достигнутом, взаимовыручки, взаимоподдержки, взаимопомощи. Мы всегда к этому открыты, всегда открыты к любому диалогу с нашими клиентами. Ну и, собственно, клиентам, как и нам, развитие, развитие, еще раз развитие.